Лекция по Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 8, текст 29, Лос-Анджелес, 1973 год. Перевод. О Господь, никто не может понять твои трансцендентные игры, которые кажутся развлечениями человека и способны ввести в заблуждение кого угодно. Ты никому не питаешь ни особого пристрастия, ни неприязни. Итак, Господь говорит в Бхагавадгите: итак, две цели. Бог нисходит с двойной миссией. Одна из них — паритарная садуна и винашая чадушкрита. Одна миссия — освободить верных преданных садху. Садху означает «святые люди». Я объяснял несколько раз, саду означает «преданный». Садху не указывает на мирскую честь или бесчестие, нравственность или безнравственность. Это понятие не имеет ничего общего с материальной деятельностью. Оно полностью духовно, саду. Но иногда под садху мы подразумеваем материальную добродетель человека, мораль. Но на самом деле садху значит на трансцендентном уровне. Те, кто занят преданным служением. Садху трансцендентен к материальным качествам. Паритранае означает освобождать. Но если садху уже освобожден, если он пребывает на трансцендентном уровне, то зачем его освобождать? Вот в чем вопрос. Поэтому использовано это слово «видамбанам». Это вводит в заблуждение. Это противоречие. Это кажется противоречием. Если садху уже освобожден, на трансцендентном уровне означает, что он уже не подвержен влиянию трех гун материальной природы — благости, страсти, невежества. Потому что в Бхагавадгите ясно говорится «Сагунан самадхитяйтан». Он возвышается над материальными качествами, садху, преданным. Тогда о каком освобождении может идти речь? Он не нуждается в освобождении. Но из-за того, что он горячо стремится воочию увидеть Господа, это его внутреннее желание. Поэтому Кришна приходит не ради освобождения, он уже освобожден. Он уже освобожден из тисков материи. Но чтобы удовлетворить его, преданный желает всеми способами доставить Господу удовольствие. Подобно этому, сильнее, чем преданный, Господь желает удовлетворить своего преданного. Это любовный взаимообмен. Например, если в обыденной жизни вы любите кого-то,
то хотите удовлетворить его или ее. Он или она тоже стремится ответить взаимностью. Поэтому, если такая любовная взаимность существует в этом материальном мире, то насколько она более возвышена в мире духовном, есть стих, утверждающий, что садху в моем сердце, а я в сердце садху. Садху всегда думает о Кришне, а Кришна всегда думает о своем преданном. Итак, явление Господа в этом мире и его уход из него называется чикиршитам. Каков перевод слова чикиршитам? Игры. Игры. Это игра Кришны, когда он приходит. Когда он приходит, несомненно, он что-то делает. Эта деятельность заключается в том, чтобы защитить садху и уничтожить асадху. Но оба вида деятельности — это его игры. Он не относится враждебно, с завистью. Он не может быть враждебным. Убийство демонов — это тоже проявление его любви. Это подобно тому, как мы иногда наказываем своих детей, хорошо отшлепав их. И это проявление любви. Это любовь. Поэтому, когда Кришна убивает демона, то это происходит не на основе материальной зависти или вражды. Нет. Поэтому в шастрах упомянуто, что даже демоны, которых убил Господь, немедленно обретают освобождение. Результат тот же. Как, например, в случае с Путаной. Она была убита. Путана хотела убить Кришну. Но кто может убить Кришну? Это невозможно. Она была убита. Но что произошло впоследствии? Впоследствии она достигла положения матери Кришны. Кришна принял ее как свою мать. Она смазала себе грудь ядом. И пришла к Кришне, думая, Кришна возьмет у меня грудь и немедленно умрет. Но это невозможно. Она была убита. Вместе с молоком Кришна высосал ее жизнь. Но Кришна расценил ее поступок положительно. Эта женщина, демон, пришла, чтобы убить меня. Но так или иначе, я пил молоко из ее груди. Поэтому она моя мать. Она моя мать. И так она обрела положение матери. Это объясняется в Бхагаватам. Удхава рассказал Видуре, что Кришна очень добр. Бог настолько добр, что даже к женщине, желавшей отравить его ядом, он отнесся как к матери. Настолько добрый Бог, что кому, как не Кришне, я должен поклоняться. Приводится этот пример. Итак, на самом деле у Кришны нет врагов. Здесь говорится, дайтах значит благосклонность. Никто не пользуется особой благосклонностью. И никто не является его врагом. Но кто может быть его врагом? Кто может быть его другом? Предположим, мы заводим дружбу, мы ожидаем благосклонности или какой-то выгоды от друзей. А враг означает, что мы опасаемся его коварных действий.
Но Кришна настолько совершенен, что никто ему не может ни навредить, ни даровать что-либо. Тогда зачем ему друзья или враги? Нет необходимости. Поэтому здесь говорится, он не нуждается ни в чьей благосклонности. Он совершенен. Я могу быть очень бедным и ожидать поддержки от друзей или от кого-нибудь еще. Но я рассчитываю на нее, потому что я не совершенен. Я не полное целое. У меня столько недостатков. Я всегда в чем-то нуждаюсь. Поэтому я завожу друзей. И, естественно, я не люблю врагов. Но Кришна, Всевышний, никто не может навредить ему. Никто не может ему дать что-либо. Так зачем мы тогда предлагаем Кришне столько всего ради его удовлетворения? Мы одеваем Кришну, украшаем его, даем ему прекрасную пищу. Смысл в том, попытайтесь понять этот факт. Кришне не нужно от вас ни красивых одежд, ни красивых цветов, ни вкусной пищи. Кришна не нуждается в этом. Но если вы дадите ему их, то вы получите благо. Это милость Кришны, что он принимает их. Например, когда вы украшаете человека, то его отражение в зеркале тоже будет украшенным. И мы — отражение. В Библии также сказано, что человек создан по образу и подобию Бога. Поскольку Кришна трансцендентен, у него две руки, две ноги, одна голова. И то, что человек создан по образу Бога, означает, что мы являемся отражениями Бога. Не то, что мы должны выдумывать или воображать какую-то форму, подобную нашей. Это ошибка, такова философия Майявади. Это называется антропоморфизмом. Они утверждают, что поскольку абсолютная истина не является личностью, но потому что мы сами личности, мы также представляем ее себе личностью. На самом деле, как раз наоборот. Мы обладаем этой личностной формой, потому что мы — отражение Бога. Итак, в отражении, если изначальная личность обретает благо, то ее отражение также получает благо. Такова философия. Отражение также получает благо. Поэтому, если вы украшаете Кришну, то вы также становитесь красивыми. Если вы удовлетворяете Кришну, то вы также обретаете удовлетворение. Если вы предлагаете Кришне вкусную еду, то потом вы едите ее. Возможно, те, кто не живут в храме, даже представить себе не могут такие вкусные блюда. Но так как их предлагают Кришне, у нас есть возможность их попробовать. Такова философия. Поэтому старайтесь удовлетворить Кришну во всех отношениях. Тогда вы будете удовлетворены во всех отношениях. Кришна не нуждается в вашем служении, но он милостиво принимает его. Кришна просит: «Предайся мне». Это не означает, что Кришне не хватает одного слуги. Если вы вручите себя ему, то он получит какую-то выгоду. Кришна может создать миллионы слуг, просто пожелав этого.
Так дело не в этом. Но если вы предаетесь Кришне, то обретаете спасение. Вы спасены. Это в ваших интересах. Кришна говорит, вы здесь страдаете, не имея прибежища. Вы видите так много людей, шатающихся по улице, без цели, без жизни. Мы прогуливаемся по пляжу. Мы видим так много парней и девушек, которые запутались в жизни и бесцельно бродят по улицам, не зная, чем заняться. Но если вы найдете прибежище у Кришны, тогда вы поймете, «О, сейчас у меня есть прибежище». Больше нет смятения, нет больше безысходности. Вы можете это ясно понять. Ежедневно я получаю так много писем о том, насколько они исполнены надеждой сознания Кришны. Итак, Кришна пришел сюда, не зашел, чтобы набрать себе каких-то слуг. Это неправда. Вместо того, чтобы служить Кришне, мы служим многим вещам. Мы служим своим чувствам и чувственной деятельности. На самом деле, весь мир служит чувствам. Слуга чувств, Годас. Но когда мы занимаем чувства в служении Кришне, тогда мы уже не слуги чувств, мы становимся повелителями чувств. Потому что мы не должны позволять нашим чувствам заниматься чем-то другим. Мы должны обрести такую силу. Тогда мы будем в безопасности. Итак, здесь Кунти Деви описывает, что твое явление в этом материальном мире не то, что оно обманчиво, оно вводит в заблуждение. Мы думаем, у Кришны есть какая-то миссия, какая-то цель, поэтому он пришел. Нет, это его игры. Это игра. Как, например, иногда правитель приходит с проверкой в тюрьму. Ему незачем идти в тюрьму. Он получает отчеты от надзирателя. Тем не менее, иногда он приходит. Посмотрю-ка, как у них дела. Это называется игрой. Это его свободная воля. На него не распространяются законы тюрьмы. И он не должен посещать тюрьму из-за этого. Но если заключенные думают, о, начальник тюрьмы также попал в тюрьму. Так мы равны, мы на равных. Я тоже начальник. Так думает негодяй. Раз Кришна пришел, не зашел как аватара, то я тоже аватара. И это мошенничество имеет место. Здесь говорится, Наведа Кашчит, Бхагаван Шичикирша, там, никто не знает, какова цель твоего явления и ухода. Никто не знает. Это вводит в заблуждение. Никто не может понять истинную цель. Истинная цель — это его свободная воля. «Пойду-ка я посмотрю», — думает он. Ему не нужно приходить, чтобы убить демонов. Есть так много его представителей. Если подует сильный ветер, то в мгновение ока он может убить тысячи демонов. Поэтому Кришне не нужно приходить, чтобы убивать демонов. Также ему не нужно приходить, чтобы защищать преданных. Все происходит просто по его желанию, но он наслаждается играми. Пойду-ка посмотрю. Иногда ему хочется сразиться в бою, потому что воинственный дух также присутствует в Кришне. В противном случае, откуда он в нас? Потому что мы неотъемлемые части Кришны, все качества Кришны в мельчайшем количестве присутствуют в нас. Мы образ и подобие Кришны. Откуда же у нас взялся этот воинственный дух? Этот воинственный дух есть также и у Кришны. Поэтому
как, например, иногда великий человек или царь нанимает какого-нибудь борца, чтобы сразиться с ним. Они платят борцу за то, чтобы тот мерился силой с царем. Но он не враг, он доставляет удовольствие царю, сражаясь с ним понарошку. Подобно этому, когда Кришна желает бороться, то кто будет сражаться с ним? Кто-то из его преданных, великих преданных. Необычный человек. Если царь желает попрактиковаться в сражении, то для этого пригласит опытного бойца. Это также служение. Из-за того, что Кришна хочет сражаться, некоторые из его преданных не сходят, чтобы стать его врагами, как Джая Виджая. Этот Хираньякашипуи, Хираньякша. Неужели вы думаете, что они обычные живые существа? Нрисимхадев, сам Бог, пришел, чтобы убить их. Неужели вы думаете, что они обычные существа? Нет, они необычные, они преданные. Но Кришна хотел сражаться. В мире Вайкунтхи нет возможности сразиться, потому что там все заняты служением Кришне. С кем он там будет сражаться? Поэтому он посылает одного из преданных в образе врага и приходит сам, чтобы сразиться с ним. И одновременно научить нас, что, став врагом Кришны, мы не получим большой выгоды. Лучше стать другом. Это будет выгодно. Поэтому говорится, никто не знает, какова цель твоего явления и ухода. Ты пребываешь в этом мире как обычный человек. Это вводит в заблуждение. Поэтому обычный человек не может поверить, как Бог может стать обыкновенной личностью. Кришна играет, хотя он не играл обычного человека, он играл Бога. Например, у него было 16 тысяч жен. Когда он женился, он был один. И 16 тысяч девушек взмолились ему с просьбой предоставить им прибежище. Нас похитили. Если мы вернемся домой, то никто не возьмет нас в жены. Это строгая ведическая традиция. Если незамужняя девушка даже на одну ночь уйдет из дома, никто не возьмет ее в жены. Это до сих пор соблюдается. Никто не женится на ней. Это древняя система. Все 16 тысяч девушек были похищены Бхомасурой. Так они взмолились Кришне, и Кришна пришел, убил Бхомасуру и освободил всех девушек. И когда Кришна попросил их, теперь вы можете спокойно отправляться в отцовский дом, они ответили, «Господин, если мы вернемся домой, какая участь ожидает нас? Никто не возьмет нас в жены, потому что этот человек, этот ракшас, похитил нас. Тогда чего же вы хотите? Мы хотим, чтобы ты стал нашим мужем». Итак, Кришна настолько добр, да, немедленно он принял их. Таков Кришна. Теперь, когда их привезли домой, каждые 16 тысяч жен не надо было ждать 16 тысяч ночей, чтобы встретиться с Кришной. Кришна распространил себя в 16 тысяч форм и построил 16 тысяч дворцов. В каждом дворце было свое хозяйство. Описание приводится. Таков Бхагаван. А эти негодяи не могут понять. Они осуждают Кришну. Он был очень похотлив, он взял в жены 16 тысяч девушек. Даже если он похотлив, его похоть безгранична. Потому что он безграничен. Почему 16 тысяч? Если бы он женился на 16 миллионах,
девушек, это все равно не предел совершенства. Таков Кришна. Поэтому Кришну невозможно обвинить в похоти, сладострастии. Нет. Он благосклонен ко всем своим преданным. Есть так много преданных Кришны. Одни преданные просят Кришну стать их мужем. Другие преданные просят стать их другом. Некоторые просят его стать их сыном. А другие просят стать их товарищем по играм. Таким образом, во Вселенной есть миллионы и миллиарды преданных. И Кришне нужно удовлетворить каждого из них. Он не нуждается в помощи со стороны своих преданных. Но этого хотят его преданные. Так эти 16 тысяч преданных хотели, чтобы Кришна стал их мужем. Кришна согласился, как обычный человек, но, будучи Богом, он распространил себя в 16 тысяч форм. Итак, Нарада пришел посмотреть. Кришна взял в жены 16 тысяч девушек. Надо посмотреть, как он живет с ними. Итак, когда он пришел, он увидел, что в каждом из 16 тысяч дворцов Кришна действует по-разному. В одном из них он разговаривал со своей женой, в другом он играл со своими детьми, в третьем он проводил свадебные церемонии для своих сыновей и дочерей. Так много, он был занят 16 тысячами видов деятельности. Таков Кришна. Он играл совсем как обычный ребенок. Но когда мать Яшода попросила его открыть рот, чтобы посмотреть, ел ли он землю, грязь, он показал во рту все вселенные. Таков Кришна, хотя он играет как обычный ребенок, обычный человек. Но когда возникает необходимость, он проявляет свою божественную природу. Как Арджуна. Он управлял колесницей. Но когда Арджуна захотел увидеть его вселенскую форму, он немедленно показал ее. Тысячи и миллионы голов разного оружия. Таков Кришна. Итак, Ясякашчит. В противном случае у Кришны нет врагов. У Кришны нет друзей. Он совершенно независим. Он не зависит от врагов. Но он играет так, ради блага так называемого друга и так называемого врага. Такова абсолютная природа Кришны, когда Кришна проявляет благосклонность либо как враг, либо как друг, результат один и тот же. Поэтому Кришна абсолютен. Большое спасибо.
Шримад Бхагаватам, первая песня, глава 8, текст 30. Лос-Анджелес, 22 апреля 1973 год. Birth. Karma. Karma. Activity. Activities. Cha. Cha. End. End. Vishvatman. Vishvatman. O soul of the universe. O soul of the universe. Ajasya. Ajasya. Of the unborn. Of the unborn. Akaratu. Akaratu. Of the inactive. Of the inactive. Atmana, Atmana, of the vital energy, of the vital energy. Tiryak, Tiryak, animal, animal. Nri, Nri, human being, human being. Rishishu, Rishishu, in the sages, in the sages. Yadakshu, Yadakshu, in the water, in the water. Tat, that, that. Atyanta, Atyanta, veritable, veritable. Vidambalam, bewildering, Translation. Перевод. О душа Вселенной, ты действуешь, хотя ты бездеятельный, и рождаешься, хотя ты сама жизненная сила и нерожденный. Тут и впрямь есть от чего прийти в недоумение. Ты сам нисходишь сюда и появляешься среди животных, людей, мудрецов и обитателей вод. Поистине, это может сбить с толку кого угодно. Итак, Кришну называют здесь Вишватман. The vital force of the universe. Жизненная сила Вселенной. Just like in my body, в моем теле, in your body, и в вашем теле, that there is a vital force. Есть жизненная сила. The vital force is the Atma. Это жизненная сила. The living being, это Атма. Living entity or soul. Сущность, живое существо или душа. Из-за того, что жизненная сила, душа присутствует там, все тело функционирует. Подобно этому существует высшая жизненная сила. Высшая жизненная сила — это Кришна или Верховная Личность Бога. Поэтому, как может идти речь о его рождении, явлении и уходе? В Бхагавад-гите сказано: "Janma karmam cha me dibbam". Dibbam means divyam. It is spiritual. Значит, духовный. Ajopi san abhyatma. Ajo means Aja, unborn. Значит, нерожденный. Авиатма, неразрушимый. Итак, Кришна существует, как в начале этой стотры. Кунти-деви обращается к Кришне. Ты внутри, ты вовне, и все равно ты недоступен восприятию чувств. Кришна находится внутри всего, вовне. Это мы уже объясняли. Кришна пребывает в сердце каждого, поэтому Он внутри всего. Он находится даже внутри атома. И также снаружи. Вишварупа, которую Кришна показал, Вишварупа, внешняя форма. Это гигантское космическое проявление. Это внешнее тело Кришны. Это описывается в Шримад-Бхагаватам.
Hills, the mountains, холмы, горы описываются как кости, как в нашем теле есть части, поддерживаемые костями. Так и огромные горы и холмы описываются как кости. А огромные океаны сравниваются с различными углублениями в теле, снизу и сверху. Подобно этому, Брахмалока — это череп, верхняя часть головы. Таким образом, тем, кто не может увидеть Бога, советуют видеть различные Его проявления. Таково наставление ведической литературы. Потому что вы можете просто представить себе Бога, великий. Но вы не знаете, насколько Он велик. И в вашем понимании Его величия, подобно очень высоким горам, небу, большим планетам, такое описание есть. Вы можете размышлять над этим. Это также сознание Кришны. Если вы думаете, что эта гора — кость Кришны, то это тоже сознание Кришны. Это на самом деле так. Если вы думаете, что этот огромный тихий океан — это пупок Кришны, эти огромные деревья, растения — это волосы на теле Кришны. Затем голова, макушка Кришны — это Брахмалока, ступни — Паталалока. Это Махато Махиян. Если вы считаете Кришну больше величайшего, вы можете так думать. Если вы думаете, что Кришна одновременно меньше мельчайшего, это тоже Его величие. Это тоже величие. Кришна может создать это гигантское космическое проявление. И он может также создать маленького насекомого, меньше точки. Иногда в книгах можно заметить, как движется какой-то насекомый. Его очертания меньше точки. Это мастерство Кришны. Он может создать что-то больше величайшего и меньше величайшего. Сейчас люди, в соответствии со своим пониманием, создали самолет Boeing 747, который должен быть очень большим. Хорошо, в соответствии с вашим сознанием, вы создали что-то большое. Но можете ли вы создать маленький самолет наподобие летающего насекомого? Это невозможно. Поэтому величие указывает на того, кто может стать больше величайшего и меньше мельчайшего. Это величие. Если вы можете действовать односторонне, это все еще не совершенство. Предположим, вы можете создать еще больше самолет. Я не думаю, что они создали самый большой самолет в наше время. Мы узнаем из Бхагаватам, Кардама Муни, отец Капиладевы, создал самолет, как большой город. Большой город
с озерами, садами, огромными домами, улицами. И весь этот город летал по всей Вселенной. И Кардама Муни показал своей жене все планеты. Все планеты. Он был великим йогом. А его жена Девахути была дочерью Вайвасваты Муни, дочерью великого царя. И Кардама Муни хотел жениться. У него было такое желание. И тотчас же Вайвасвата Ману, его дочь Девахути, также сказала ему: «Мой дорогой отец, я хочу выйти замуж за этого мудреца». И так он привез свою дочь. «Господин, вот моя дочь. Прими ее своей женой». Итак, она была дочерью царя, очень богатой. Но придя к своему мужу, она была вынуждена так много служить, что она стала тощей и худой, не получая достаточно пищи и работая день и ночь. И Кардама Муни почувствовал сострадание. Эта женщина пришла ко мне, она дочь царя, и, находясь под моей защитой, она лишилась всех удобств. Поэтому я сделаю ей приятно. Он спросил жену: «Как тебе доставить удовольствие?» Природа женщины — это хороший дом, вкусная пища, красивая одежда, хорошие дети, хороший муж. Это заветное желание женщины. И он доказал, что он самый лучший муж, какого она только могла себе получить. Итак, прежде всего, он одарил ее всеми богатствами. Большой дом, служанки, роскошь. А затем он создал этот самолет за счет своей йогической силы. Кардама Муни был человеком. Если он мог совершить такие поразительные вещи с помощью йоги, а Кришна — это Йогешвара, повелитель всех мистических сил йоги. Кришну в Бхагавадгите называют Йогешварой. Когда мы обретаем немного мистической силы, то становимся большим, важным человеком. А он — повелитель всех мистических сил йоги. В Бхагавадгите говорится, что где бы ни находился Йогешвара Хари, Кришна, Верховная Личность Бога, повелитель всех мистических сил, и где бы ни находился Дхануддхара, Арджуна, Партха, там есть все. Там есть все. Мы должны помнить об этом. Если вы можете всегда оставаться с Кришной, то тогда будет полное совершенство. Там будет полное совершенство. И Кришна согласился, в особенности в этот век. В этот век Кришна не зашел как святое имя. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит: «Мой дорогой Господь, Ты настолько добр, что даешь мне свое общение в форме своего святого имени». И это святое имя можно воспевать в любых условиях. Не существует строгих правил. Вы можете повторять Харе Кришна везде.
как эти дети, они также воспевают, они также танцуют. Это совсем не трудно. Идя на прогулку, как наши ученики, они берут с собой четки, они гуляют по пляжу и повторяют святое имя. Разве вы что-то теряете при этом? Но то, что вы обретаете, настолько велико, ведь вы лично общаетесь с Кришной. Приобретение настолько велико, если вы чувствуете сильную гордость, если вы общаетесь лично с президентом Никсоном, какую гордость вы при этом испытываете? О, я рядом с президентом Никсоном. И что, разве вы не будете чувствовать огромную гордость, если будете общаться с Верховным Никсоном, который может создать миллионы Никсонов? У вас есть эта возможность. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит: мой дорогой Господь, ты настолько милостив ко мне, что всегда постоянно даешь свое общение. Ты готов? Ты даешь. Но я настолько неудачлив, я не пользуюсь этим преимуществом. Дурдаева. Неудача. Это движение сознания Кришны просто просит людей, повторяйте Харе Кришна. Однажды в одной газете был напечатан комикс, вы, наверное, помните, в Монреале или здесь, я не помню. Одна пожилая женщина и ее муж сидят лицом друг к другу. Женщина просит своего мужа: «Пой, пой, пой». А он отвечает: «Не могу, не могу, не могу». Это то, что происходит. Мы просим всех: пожалуйста, пойте, пойте, пойте. Они отвечают: не можем, не можем, не можем. В этом их неудача. Тем не менее, наша обязанность сделать этих неудачливых горемык удачливыми. Это наша миссия. Поэтому мы выходим на улицы и воспеваем. Хотя они говорят: мы не можем. Мы продолжаем петь, это наша обязанность. И каким-то образом мы вручаем ему книгу в руку. Он становится удачливым. Он бы растратил свои тяжело заработанные деньги на различные отвратительные греховные занятия. Но если он покупает книгу, неважно какая цена, он правильно использует свои деньги. Это начало сознания Кришны. Из-за того, что он дает немного денег, заработанных тяжелым трудом, на это движение сознания Кришны, он получает духовную пользу. Он не теряет ничего, он обретает духовную прибыль. Поэтому наша обязанность, это так или иначе, привести каждого в это движение сознания Кришны, и он получит благо. И это происходит не только в человеческом обществе. План Кришны настолько велик, что Кришна явился как человек. Как Господь Кришна, далеко не каждый знал, что он Верховная Личность Бога. Он вел себя в точности как обычный человек. Необычный. Когда была необходимость, он показывал, что он Верховная Личность Бога. Но, как правило, его знали как обычного человека. Поэтому Шукадева Госвами описывает Кришну, говоря о том, как он играл с мальчиками-пастушками.
Шукдев Госвами is pointing out. Шукдева Госвами обращает внимание. Кто этот пастушок? Он сказал. Шукану Бхуттья. Сатан, имперсоналисты медитируют на безличный брахман и испытывают некоторое трансцендентное блаженство. И Шукадева Госвами говорит, что источник этого трансцендентного блаженства находится здесь, Кришна. Кришна является источником всего. Поэтому трансцендентное блаженство, которое испытывают имперсоналисты, пытаются испытать, медитируя на безличный брахман. Шукадева Госвами говорит, брахмасукхам, трансцендентное блаженство, осознание брахмана. Вот личность, которая является источником брахмасукхи. Дасангатанам значит преданные. Преданный всегда готов оказать служение Господу. Верховная личность Бога. Вот источник брахмасукхи. Вот изначальная личность Бога. А те, кто находится под покровом иллюзорной энергии, для них он обычный мальчик. Итак, он в соответствии с пониманием Ятхамам Прападьянте. Если Кришну принимают как обычного человека, мальчика, и Кришна будет вести себя с ним как обычный человек, если Кришна принимают как верховную личность Бога, преданный будет наслаждаться общением с верховной личностью Бога. А если имперсоналисты питают огромную привязанность к Брахмаджиоти, то он его источник. Таким образом, он представляет собой все. Итак, эти мальчики играют со столь великой личностью Бога. Как? Почему? Как они стали настолько удачливыми, чтобы играть с верховной личностью Бога? Эти мальчики, пастушки, которые теперь играют с Кришной, они также необычные. Теперь они достигли наивысшего совершенства. Ибо могли играть с Верховной Личностью Бога. Как они обрели это положение? Крита пунья пунджа. Много-много жизней, занимаясь благочестивой деятельностью. Потому что эти мальчики много-много жизней совершали аскезы, покаяние, чтобы достичь наивысшего совершенства жизни. Теперь у них есть возможность лично играть с Кришной на равных. Они не знают, что Кришна — Верховная Личность Бога. Это Вриндавана Лила. Мальчики-пастушки, они просто любят Кришну. Их любовь не имеет предела. Каждый во Вриндаване, как Яшода Мата или Нанда Махарадж, они пребывают в родительских отношениях с Кришной. Итак, мать и отец любят Кришну, друзья любят Кришну, подружки любят Кришну, деревья любят Кришну, вода любит Кришну, цветы, коровы, телята, все любят Кришну. Это Вриндаван.
Поэтому, если мы просто научимся любить Кришну, тогда мы сразу же сможем превратить этот мир во Вриндаван. Это самый главный момент. Как полюбить Кришну? Поэтому Чайтанья Махапрабху сказал, что люди стремятся к этим четырем вещам. Дхарма, артха, кама, мокша. Чайтанья Махапрабху не придавал этому значения. Это не большое достижение в жизни. Конечно, человеческая жизнь начинается только тогда, когда присутствует понятие религии, дхармы. Но в настоящее время, в Кали-югу, дхарма практически сведена к нулю. Поэтому, в соответствии с ведическими представлениями, современная человеческая цивилизация не является даже человеческой. Потому что в ней нет дхармы, нет религии, нет морали, нет благочестивых поступков, нет дела. Каждый может делать что угодно, не задумываясь. Прежде существовала нравственность, безнравственность, неверующие, верующие. Но с развитием Кали-юги все приходит в упадок. Говорится, что в Кали-югу около 80% людей греховны. Все греховны. И мы можем видеть на своем опыте те грехи, которые мы перечисляли, четыре принципа. Незаконные половые отношения, одурманивающие вещества, мясоедение и азартные игры. Это четыре столпа греховной жизни. Поэтому мы просим наших учеников прежде всего сломать эти четыре опоры. И тогда корень греховной жизни будет уничтожен. Затем воспевайте Харе Кришна, оставайтесь стойкими на трансцендентном уровне. Простой метод. Потому что невозможно осознать Бога, ведя греховную жизнь. Это невозможно. Поэтому Кришна говорит, «Антагатам» значит «законченный». Тот, кто покончил с греховной жизнью, «Джишам антагатам папам джананам пунна кармана». Кто может прекратить греховную жизнь? Тот, кто совершает благочестивые поступки. Потому что действовать, заниматься чем-то необходимо. Поэтому если человек совершает праведные деяния, то его греховные поступки исчезнут естественным образом. С одной стороны, он должен добровольно пытаться разрушить эти опоры греховной жизни. С другой стороны, он должен занять себя праведными делами. Просто теоретически это сделать невозможно, потому что каждому необходимо чем-то заниматься. Если он не совершает благочестивых поступков, то просто теоретически у него ничего не получится. Пример из практики. Ваше правительство тратит миллионы долларов на то, чтобы положить конец этим наркотикам. Все знают. Но им не удалось этого сделать. Как они могут оставить ЛСД или спиртное просто благодаря вашим законам и лекциям? Это невозможно. Вы должны их правильно занять. Тогда это произойдет само собой. И вы видите на практике, что нашим ученикам, которые пришли сюда, мы даем наставление, никаких одурманивающих средств. Тут же они отказываются. А правительству это не удалось. Это практично. Если вы не займете кого-то хорошей деятельностью, то вы не сможете остановить его плохую деятельность. Это невозможно.
Therefore, we are giving. Поэтому мы предоставляем две стороны. Хорошее занятие и одновременно запрет. Мы не говорим просто, не вступайте в недозволенные половые отношения, не принимайте одурманивающих средств. Нет, нет. Нет смысла просто отрицать, необходимо что-то позитивное. Потому что каждый стремится к деятельности. Из-за того, что мы живые существа, мы не мертвые камни. Другие философы пытаются стать мертвыми камнями с помощью медитации. Я буду думать о пустоте, о чем-то безличном. Как вы можете искусственно превратить все в пустоту? Ваше сердце, ваш ум полны деятельности. Так это искусственно. Это не поможет человеческому обществу. Так называемая йога, так называемая медитация. Все это мошенничество. Потому что нет деятельности. Но здесь есть деятельность. Здесь все заняты. Вставать рано утром для предложения артики божествам. Они готовят замечательную пищу, они украшают, делают гирлянды. Так много разных занятий. Они отправляются на санкиртану, собирают заказы на книги, продают их. Занятость в течение 24 часов. Поэтому они могут отказаться от греховной жизни. Все описано в Бхагавад-гите. Например, в больнице. В больнице лежит много больных, и они ничего не едят в Экадаши. Значит ли это, что они соблюдают Экадаши? Они только и мечтают, когда же я поем, когда же я поем, когда же я поем. Но наши ученики добровольно ничего не едят. Мы не говорим, что нельзя ничего есть. Фрукты, соцветия. Это можно есть. Итак, парам дриштвани вартате. Подобно ребенку, он держит что-то в руке и ест. И если вы дадите ему что-то получше, он выбросит то, что у него было раньше, и возьмет лучшее. Вот сознание Кришны — это лучшее занятие, лучшая жизнь, лучшая философия, лучшее сознание, все лучшее. Поэтому они могут оставить греховные действия. И это приведет их к сознанию Кришны. Итак, это происходит не только в человеческом обществе, в обществе животных также. В обществе животных, обитателей вод, поскольку все являются неотъемлемыми частями Кришны, его детьми, и они гниют в этом материальном мире, поэтому у Кришны есть план, большой план, как освободить их. Он приходит лично, иногда он посылает своего очень дорогого, преданного, иногда он приходит сам, иногда он оставляет наставления, подобные Бхагавад-гите. Лекция по Шримад-Бхагаватам, песня 1, глава 8, текст 31. Лос-Анджелес, 1973 год. Kṛtāgasī, creating disturbances, by breaking the butter pot, Dhamma, rope, Tāvat, at that time, Yā, that which, te, your dasha, situation, Aśru kalīla,
Overflooded with tears. Overflooded with tears. Anjana. Anjana. Ointment. Ointment. Samprama. Samprama. Disturbed. Disturbed. Perturbed. Perturbed. Aksham. Aksham. Eyes. Eyes. Vaktram. Vaktram. Face. Face. Niniya. Niniya. Downwards. Downwards. Bhaya. Bhaya. Bhavanaya. Bhavanaya. By thoughts of fear. By thoughts of fear. Stithasya. Stithasya. Of the situation. Of the situation. Sa. Sa. That. That. Mam. Mam. Me. Me. Vimohayati. Vimohayati. Bewilders. Bewilders. Pi. Api. Pi. Api. Even fear personified. Even fear personified. Yat. Yat. Whom. Whom. Bibheti. Bibheti. Be afraid of. Be afraid of. Translation. Перевод. Мой дорогой Кришна, Яшода хотела связать тебя веревкой, когда ты напроказничал, и твои испуганные глаза наполнились слезами, которые смыли краску с твоих ресниц. Ты был напуган, хотя тебя боится сам страх. Это зрелище приводит меня в замешательство. Это одно из достояний Кришны. Кришна исполнен шести достояний. Это достояние — красота, богатство красоты. У Кришны есть шесть достояний. Все богатство, вся сила, все влияние, все знание, вся красота и все отречение. Итак, это богатство красоты Кришны. Так, например, мы кланяемся Кришне с почтением и благоговением. Но здесь никто не приходит к Кришне с веревкой. Кришна, ты напроказничал, я сейчас свяжу тебя. Никто этого не делает. На это имеет право только самый совершенный преданный. Кришна хочет этого, потому что он исполнен достояний. Это также одно из них. Он больше величайшего и меньше мельчайшего. В этом его величие. Итак, Кунти Деви размышляет о величии Кришны. Но она не осмеливается подражать Яшоде. Это невозможно. Хотя она и была теткой Кришны. Тем не менее, она не могла так поступить. Это особое право было даровано только Яшода Майи. Потому что она настолько возвышенная, преданная, что имеет право наказывать Верховную Личность Бога. Это исключительное право. Поэтому Кунти Деви просто размышляла об особом положении Яшода Майи. Насколько та была удачлива и обладала особой привилегией, что могла напугать Верховную Личность Бога, которого боится даже сам страх. Кто не боится Кришны? Все боятся. Но Кришна боится Яшода Майи. Таково высочайшее превосходство Кришны. Другое имя Кришны — Мадана Мохан. Мадан означает Купидон. Купидон очаровывает всех.
А Кришна очаровывает Купидона. Поэтому его зовут Мадана Махан. Он настолько прекрасен, что даже Купидон очарован им. Но с другой стороны, хотя Кришна настолько прекрасен, что очаровывает Купидона, тем не менее, его очаровывает Шримати Радхарани. Поэтому Шримати Радхарани зовут Мадана Махана Махини. Кришна очаровывает Купидона, а Радхарани пленяет этого очарователя. Как это очень возвышенные духовные истины в сознании Кришны. Это не вымысел и не сказки. Это реальность. И эта возможность есть у каждого преданного, если он в действительности достиг высот сознания Кришны. Не думайте, что это право, которое было даровано матери Ясоде. Если не в точности такое же, но каждый может обрести такое право, если вы любите Кришну как собственное дитя, то вы получите такое право, потому что мать любит сильнее всех. В этом материальном мире ничто не сравнится с материнской любовью. Она ничего не ожидает взамен. Даже в этом материальном мире, как правило, мать любит ребенка, не ожидая ничего взамен. Как правило. Хотя этот материальный мир настолько осквернен, что мать все же иногда думает, мое дитя вырастет, станет влиятельным человеком, заработает денег, и я получу свою долю. Все равно присутствует какое-то чувство выгоды. Но в любви к Кришне нет этого чувства. Это называется беспримесная любовь. Свободные от материальной выгоды. Мы не должны любить Кришну ради материальной выгоды. Это не так, что Кришна, дай нам хлеб наш насущный, тогда я полюблю тебя. Кришна, дай мне это, тогда я буду любить тебя. Отсутствие такого корыстного расчета. Вот что необходимо. Кришна хочет такой любви. Итак, здесь говорится, что положение «Ята и Даса». Как только Кришна увидел, что мать Ясода приближается, держа в руке веревку, чтобы связать его, он так сильно испугался, что слезы покатились по его щекам. Мама идет, чтобы связать меня. И слезы смывали краску с ресниц. И самбрама, умоляющий, с большим почтением, смотря на мать, «Да, мама, я рассердил тебя. Пожалуйста, прости меня». Вот такую картину являет Кришна. И Кунти Деви по достоинству оценила это. И Господь тут же опустил голову. Итак, это одно из совершенств Кришны. Хотя Он Верховная Личность Бога. В Бхагавад-гите он говорит, «Мой дорогой Арджуна, нет никого превыше меня. Я величайший. Нет никого другого.
Это Верховная Личность Бога, превыше Которого нет никого. Эта Верховная Личность Бога склоняется перед Матерью Яшодой. Он соглашается. «Моя дорогая мама, да, я виноват». С чувством страха. Ститасья. Увидев, что Кришна слишком напуган, Яшода также встревожилась, потому что если ребенок обеспокоен, такова психология. Психика реагирует, но, наказывая Кришну, мать Яшода не хотела, чтобы он страдал. У нее были другие намерения. Но как чувствительная мать, когда она испытывает слишком большое беспокойство, этот обычай до сих пор сохранился в Индии, когда ребенок чересчур проказничает, то его к чему-нибудь привязывают. Это обычное дело. И мать Яшода поступила так же. Итак, чистые преданные очень высоко ценят эту игру. Насколько Верховная Личность велика, ведь он играет в точности как совершенный ребенок. Когда он играет роль ребенка, он делает это совершенным образом. Когда он играл роль мужа, 16 тысяч цариц, он делал это совершенно. Когда он играл роль возлюбленного Гопи, он делал это совершенно. Когда он был другом мальчиков-пастушков, он играл совершенным образом. Мальчики-пастушки все зависят от Кришны. Они захотели попробовать плоды пальмы. Но там был демон Гардабасура, который никому не позволял забираться на эту пальму. Но друзья Кришны, пастушки, попросили: «Кришна, мы хотим попробовать эти фрукты. Можешь что-нибудь сделать?» «Да». Кришна немедленно все устроил. Кришна и Баларама отправились в лес, а там жили демоны в образе ослов. Они тут же прибежали, чтобы легнуть Кришну и Балараму своими задними ногами. Но Баларам схватил одного из них и, не задумываясь, забросил его на верхушку дерева, где демон испустил дух. И друзья были очень благодарны Кришне. Однажды разразился пожар. Они ничего не понимали. Да, Кришна тут как тут. Кришна тут же проглотил весь огонь. Нападало множество разных демонов. Каждый день все мальчики возвращались домой и рассказывали матерям: «Мама, Кришна такой замечательный, смотри, сегодня произошло это». И мама говорила: «Да, Кришна у нас замечательный, не больше, только и всего». Они не знают, что Кришна — это Бог, что Он — Верховная Личность. Кришна удивительный. Вот и все. Их любовь возрастает. Чем больше они видели удивительных деяний Кришны, тем больше они его любили. Наверное, он полубог, да. Так они рассуждали.
Когда Нанда Махарадж разговаривал со своими друзьями, то они начинали говорить о Кришне. «О, Нанда Махарадж, твой сын Кришна удивителен». «Да, я знаю. Может быть, он какой-нибудь полубог». «Может быть». И даже в этом он не был уверен. Итак, для жителей Вриндавана не важно, кто Бог, а кто нет. Им нет до этого дела. Но они нуждались в Кришне и любили Его. Вот и все. Поэтому те, кто прежде всего пытаются изучить Кришну, Бог Он или нет, не относятся к числу преданных первого класса. Но те, кто испытывает непринужденную любовь к Кришне, они преданы первого класса. Как вы можете изучить Кришну? Он безграничен. Это невозможно. Мы не должны пытаться анализировать Кришну. Это невозможно. Наше восприятие ограничено. Наши чувства имеют ограниченные возможности. Как мы можем изучить Кришну? Это невозможно, совершенно. Насколько Кришна открывает себя, этого и достаточно. Не пытайтесь. Нети-нети, как майявади, которые пытаются обнаружить Бога. Где Бог? Кто Бог? Нети, через отрицание. Они просто говорят «не это». Их философия основана на отрицании «не это». А что это, они не знают. Так называемые ученые также пытаются обнаружить конечную причину, но их процесс «не это». Только и всего. По мере своего продвижения они приходят к выводу «это не то». Но что же такое «это», они так и не могут обнаружить. Они никогда не смогут найти. Они могут говорить «не это», но что это такое, они не могут сказать. Это невозможно. Что уж говорить о Кришне, даже этот материальный объект, они пытаются попасть на Луну. Но на самом деле они не знают, что это такое. Тогда почему они возвращаются? Если бы они в совершенстве знали, что собой представляет Луна, то к этому времени они бы уже поселились там. Они пытаются на протяжении последних 20 лет. Но они просто видят, что не то. Там нет живых существ. Мы не можем там жить. Так много слов «нет». А что такое «да»? Они этого не знают. А это только одна планета или одна звезда. Луна считается звездой. Ученые говорят, что все звезды такие же, как Солнце. Но в соответствии с нашими сведениями из Бхагавадгиты, Накшатранам, Ахам Шаши. Шаши означает что Луна — это звезда. Что представляет собой Луна? Луна светит отраженным светом Солнца. Поэтому в соответствии с нашими представлениями Солнце — одно. Но современные ученые говорят, что существует множество Солнц, звезды. Мы не согласны. Это только одна Вселенная. Есть много солнц, бесчисленное количество, но во всех и в каждой Вселенной есть только одно солнце, а не много. Итак, эту Вселенную, которую мы можем видеть несовершенным зрением, мы не знаем, мы не можем подсчитать, сколько в ней звезд, сколько планет.
Это невозможно. Итак, мы не сможем сосчитать даже все материальные объекты, которые окружают нас, и понять их, что уж говорить о Всевышнем Господе, который создал эту Вселенную, это невозможно. Поэтому в Брахма-санхите говорится, космическое пространство безгранично. Можете взять свой самолет, спутник или космический корабль. Они изобрели множество разных вещей. Так давайте. Сколько часов, дней или лет вы сможете летать? Нет. Миллионы лет. Коти Шата Ватсара. Летайте на своей скорости. А как мне туда попасть? Не на самолете, который мчится со скоростью воздуха. Не с такой скоростью, 500 миль в час или 1000 миль в час. Нет. Какая скорость воздуха? 296 тысяч миль в секунду. 96 миль в секунду. Это упоминается в ведической литературе, что если вы двигаетесь с такой скоростью, скоростью воздуха, 96 тысяч миль в секунду. Просто представьте себе, какая скорость у воздуха. На самолете, который движется со скоростью воздуха, на такой скорости и миллионы лет. Далее говорится не только о скорости воздуха, но и о скорости мысли. Мысли. Мы все знаем, какова скорость мысли. Даже за одну десятитысячную часть секунды вы можете преодолеть миллионы миль. Скорость мысли. Она огромна. Вы сидите здесь, и, например, когда-то вы видели что-то, находящееся в миллионах миль от вас. Тут же ваш ум может немедленно туда отправиться. Итак, приводятся эти два примера. Только посмотрите, насколько научны они были. Эти негодяи говорят, что в те времена не было сильного интеллекта или великих ученых. Тогда откуда исходят эти слова? Скорость воздуха, скорость мысли. Если бы у них не было опыта, знания, почему, как были написаны эти книги? А кто создал скоростные летательные аппараты? Муни Пунгаваном. Величайшие ученые и мыслители, они их создали. Является ли это совершенством? Нет. Все равно это творение будет оставаться для нас непознанным. Все равно, даже если вы достигли такого развития, что можете передвигаться с такой скоростью, если вы величайший ученый, серьезный философ, вы все равно останетесь в том же положении, вы не сможете познать. Все равно. Так как мы сможем изучить Кришну? Кришна создал все это. Итак, если вы не можете понять творение Кришны, то как вы сможете понять Кришну? Это просто невозможно. Это невозможно. Поэтому умонастроение Вриндавана для преданных является совершенством. Им нет дела до постижения Кришны. Они хотят любить Кришну.
without condition. Без каких-либо условий. Because Krishna is God, я люблю Кришну, потому что Он Бог. Their mentality is Они мыслят like по-другому. Krishna is not displaying во Вриндаване Кришна не предстает в роли Бога. Он играет там, как обычный мальчик-пастушок. Но иногда он свидетельствует, что он верховная личность Бога. Но их это не волнует. Итак, за пределами Вриндавана, как Кунти-деви, Кунти-деви не живет во Вриндаване. Она живет в Хастинапуре, за пределами Вриндавана. Те преданные, что не живут во Вриндаване, изучают жителей Вриндавана, изучают, насколько они велики. Но жители Вриндавана не обращают внимания на величие Кришны. В этом разница. Итак, наше дело — просто любить Кришну. Чем больше вы любите Кришну, тем больше вы приближаетесь к совершенству. Совсем не обязательно изучать Кришну, каким образом Он все сотворил. Это упомянуто здесь. Кришна так много рассказывает о себе в Бхагавад-гите. Очень много. Не надо прилагать чрезмерных усилий, чтобы познать Кришну. Это невозможно. Просто усиливайте свою беспримесную любовь к Кришне. Это совершенство жизни. Спасибо вам большое. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Rama Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Лекция по Шримад-Бхагаватам, песнь 1, глава 8, текст 32. Молитвы царицы Кунти. Лос-Анджелес, 26 апреля 1973 года. Пунья шлокасья, of the great pious king, киртае, for glorifying, яду, of king Яду, приясья, of the deer, анвавае, in the family of, малаясья, малая hills, ива, as, чанданам, Перевод. Одни говорят, что нерожденный рождается для того, чтобы прославить праведных царей. Другие, что он рождается на радость царю Яду, одному из своих самых дорогих преданных. Ты появляешься в его семье, так же, как сандаловое дерево появляется в горах Малай. Итак, существует две Малайи. Одна — это гора Малая, а другая — это Малайзия, как она сейчас называется. Ранее в этой части мира, в Малайзии, в большом количестве выращивали сандаловое дерево. Потому что 5000 лет назад был хороший спрос на сандаловое дерево. Каждому человеку следует использовать сандаловую пасту. Поскольку в Индии это тропическая страна, это хорошее косметическое средство. До сих пор те, кто могут это себе позволить в жаркий летний день, если вы нанесете сандаловую пасту на тело, то вам не будет жарко, она охлаждает. Таков был обычай. Этим по-прежнему пользуются, но очень редко. После омовения каждый человек должен нанести сандаловую пасту на тело. Она будет сохранять тело красивым, прохладным и спокойным на протяжении всего дня. Вот такая была косметика. Сейчас в Кали-Югу это называется прасадханом. Как, например, в любой стране существует обычай после ванны укладывать волосы и наносить духи. Но в Индии была традиция
После омовения наносить тилаку и идти в алтарную комнату к божеству, кланяться ему, а затем принимать прасад. Чандан прасад. Из комнаты божества брали чандан прасад и пользовались им. Это называется прасаданом. Сказано, что в Кали-Югу если человек может хотя бы хорошо помыться, то это уже прасадана. Не более того. Такой косметикой, сандаловым маслом или розовой водой. Уже никто не пользуется. Традиция умерла. Просто приняв душ. Когда я был в Индии, там омовение — это обыденная процедура. Потому что даже самый бедный человек рано утром делает омовение. Но когда я приехал в вашу страну, я увидел, что сделать омовение здесь так сложно. Принятие душа не входит в привычку. Наверное, раз в неделю. В Индии мы привыкли делать омовение трижды в день. А в Нью-Йорке я видел, что люди идут к своим друзьям, потому что у них нет возможности принять душ. Поэтому они идут к друзьям. Разве не так? Я видел это. Таким образом, признаки Кали-Юги уже описаны. Даже просто помыться будет очень трудно. Дакшьям. Дакшьям — это тот, кто известен своими праведными поступками. Такого человека называют дакшьям. Слово дакшьям происходит от дакша. Дакша значит искусный. Так, дакшьям кутумба бараном. В Кали-Югу, если человек может содержать семью, семья означает жена и несколько детей, либо же один или два ребенка. Это называется семьей, но в Индии это еще не семья. Семья значит объединенная семья. То есть большая семья, отец, сыновья, племянники, сестры, мужья, они живут вместе, это называется семьей. Но в Кали-Югу будет сложно даже просто содержать семью. Если человек способен содержать семью, когда я был в Нью-Йорке, приходила одна пожилая женщина. У нее был взрослый сын. Я спросил ее, почему вы не жените своего сына? Да, пусть женится, если сможет содержать семью. Я не знал того, что здесь так трудно поддерживать свою семью. Я не знал этого. Итак, это описывается в Шримад-Бхагаватам. Если человек может содержать семью, о, тогда слава его велика. О, он поддерживает пятерых. Если у девушки есть супруг, то она будет считаться очень удачливой. Таким образом, все это в действительности происходит. Так мы не хотим осуждать, но признаки Кали-Юги очень устрашающие. И со временем они станут еще более страшными. Прошло всего лишь 5000 лет Кали-Юги. А продолжительность Кали-Юги 400 тысяч. 432 тысячи лет. Из которых прошло только 5000 лет. И по прошествии всего лишь 5000 лет мы сталкиваемся уже со столькими трудностями.
по мере продвижения этой кали-юги, дни будут становиться все более и более трудными. Поэтому лучше всего, если вы успеете завершить свой путь сознания Кришны и вернетесь домой к Богу. Это спасет вас. В противном случае, если мы вернемся сюда опять, нас ожидают трудности, трудные дни, нам придется страдать все больше и больше. Итак, Кришна описан здесь словом «аджа». Это утверждается в Бхагавадгите. «Аджопи, я не рожден». Да, Кришна не рожден. Мы также не рожденные. Но разница состоит в том, что, получив это материальное тело, мы запутались, поэтому мы не можем оставаться нерожденными. Мы вынуждены рождаться, переходить из одного тела в другое. И нет уверенности в том, какое тело у нас будет следующим. Но вы должны получить его. Подобно тому, как в этой жизни мы получаем одно тело за другим. Ребенок оставляет детское тело и получает юношеское. Юноша оставляет свое тело и получает тело молодого человека. Также мы оставляем и старое тело. Поэтому напрашивается естественный логический вывод. Мне придется получить другое тело. Опять тело ребенка. Например, времена года меняются. Весна сменяется летом, после лета приходит осень, затем зима. Или же день сменяется ночью, ночь днем. Подобно этим циклам, мы меняем тела одно за другим. Вывод напрашивается сам. Сменив это тело, я получу другое. Это очень логично. Это подтверждается шастрой и произнесено величайшим авторитетом Кришны. И почему вам не принять это? Если вы не принимаете, то это глупо. Если вы не верите, что после смерти есть жизнь, то это глупо. После смерти есть жизнь. Итак, из-за того, что с незапамятных времен мы получаем одно тело за другим, мы не можем думать о вечной жизни. Нам трудно это делать. Подобно больному человеку. Он лежит неподвижно в постели и ест прямо там, испражняется там, мочится там. Принимает очень горькие лекарства. Так много неудобств. Он лежит. И он помышляет о самоубийстве. О, эта жизнь невыносима. Я покончу с собой. Иногда в безнадежной ситуации люди порой склоняются к философии пустоты и имперсонализма, свести все к нулю. Из-за того, что эта жизнь причиняет столько беспокойств, люди иногда даже совершают самоубийство, чтобы прекратить эту исполненную беспокойств жизнь в материальном мире. Итак, философия пустоты или имперсонализма сродни этому. То есть, они не могут их бросать в дрожь при мысли о следующей жизни. Снова есть, снова спать, снова работать, потому что он думает, что есть и спать, значит делать это прикованным к койке и страдать. Он не может думать иначе, поэтому он все отрицает, сводит к нулю. Такова философия пустоты. Но на самом деле, все не так. Суть в том, что вы испытываете беспокойство, потому что обусловлены материей. Так избавьтесь от этой материальной обусловленности. Тогда будет настоящая жизнь, вечная жизнь. Ведь мы неотъемлемые части Кришны. Кришна Аджа.
не имеющий ни рождения, ни смерти. Поэтому мы также аджа. Как может быть иначе? Если я неотъемлемая часть Кришны, можно рассмотреть тот же пример. Если мой отец счастлив, а я сын своего отца, то почему я не буду счастлив? Это естественный вывод. Ведь я же буду наслаждаться имуществом своего отца, так же, как и мой отец наслаждается им. Подобно этому, Бог всемогущ, Кришна всемогущий, Он обладает всей красотой, всем знанием, всем в совершенстве. Итак, хотя я могу и не быть совершенным, но поскольку я неотъемлемая часть, поэтому у меня есть все качества Бога в частичном проявлении. Итак, Бог не умирает, Он аджа, поэтому я тоже не умру. Таково мое положение. И это объясняется в Бхагавадгите. Описывая душу, Кришна говорит, что она никогда не рождается, наджаяте, намриете. А если она не рождается, то как она может умереть? Нет и речи о смерти. Смерти подвержено только то, что подвержено рождению. Если нет рождения, то нет и речи о смерти. Так мы неотъемлемой части Кришны. Так как Кришна аджа, то и мы также аджа. Этого мы не знаем. Это невежество. Они проводят научные исследования, но не знают, что каждое живое существо — это душа. Она не рождается, она не умирает. Она вечна. Вечно существующая. Пуранах, хотя старейшая. Наханьяте. Вывод таков. Наханьяте ханимане шарире. Так после разрушения этого тела душа не погибает. Она получает новое тело. Это наша болезнь. Это называется бхаварога. Бхаварога значит болезнь. Итак, Кришна, будучи верховным существом, Кришна в точности подобен нам. То есть мы являемся подобием Кришны. Разница только в том, что Кришна Вибху безграничен, а мы, Ану, ограничены. В этом разница. А во всем остальном, качественно, мы такие же, как Кришна. Поэтому, какими бы качествами ни обладал Кришна, у нас они также есть. Кришне нравится противоположный пол, поэтому нам также нравится противоположный пол. Радха и Кришна являются источником любви. Радха и Кришна вечно любят друг друга. Поэтому мы также стремимся к вечной любви, но поскольку мы обусловлены законами материальной природы, она прерывается. Она прерывается. Поэтому если мы избавимся от этой проблемы прерывания, то у нас будут такие же любовные отношения, как у Кришны и Радхарани. Итак, нашим первоочередным занятием должно стать возвращение домой к Кришне. Если мы вернемся к Кришне, то поскольку Кришна вечен, мы получим вечное тело. Например, если человек становится секретарем или даже просто слугой президента Никсона, то он тоже становится великим. Он также великий человек, потому что если у него нет особых качеств, он не сможет стать личным слугой президента Никсона или его секретарем. Это невозможно. Никакой обычный человек не может стать слугой или секретарем президента Никсона. Аналогично этому, возвращение домой, обратно к Богу, означает, что вы получите такое же тело, как у Кришны. Вы становитесь аджа.
Наша смена тела — это болезнь. Итак, Кришна является Аджа. Кунти говорит, Кашчит, Аджам Джатам, Аджам, вечный, нерожденный, теперь родился. Ну, конечно, мы можем сказать, что Кришна рождается, да? Кришна рождается. Но его рождение рознь нашему. Это нам нужно знать. Это утверждается в Бхагавад-гите. Кришна рождается как сын Деваки или матери Яшоды. Но его рождение отлично от нашего. Это описано в Шримад-Бхагаватаме. Когда Кришна явился, он не выходил из чрева Деваки. Прежде всего, он явил себя. Вы видели это изображение. А затем он превратился в маленького ребенка на коленях родителей. Поэтому рождение Кришны трансцендентно. Мы вынуждены рождаться против своей воли, повинуясь законам природы. Но на него не влияют законы природы. Законы природы действуют под его надзором. Прокрити, природа, действует, повинуясь приказам Кришны. А мы действуем, повинуясь приказам природы. В этом разница. Кришна — повелитель природы, а мы — слуги природы. В этом разница. Поэтому Кунти Деви говорит, кечит ахур, кто-то так говорит, что нерожденный родился. Как нерожденный может родиться? Это только кажется так. Просто кажется, что он родился как мы. Нет. Поэтому четко сказано, кечит ахур. Какие-то глупцы говорят так. И Кришна также сказал в Бхагавад-гите, «Аваджананти ма мундха». Негодяи считают, что я подобен обычному человеку. Из-за того, что я явился как человек, некоторые негодяи думают, что я тоже один из людей. Нет, Парамбхава Маджананта. Он не знает, какое таинство скрыто за рождением Бога в образе человека. Парамбхава Маджананта. Подобным образом, Кришна Аджа, он как бы рождается, не в полном смысле этого слова, он везде. Например, утверждается, если Господь находится в сердце каждого, если это правда, если Кришна находится в вашем сердце, внутри вас, разве ему трудно в мгновение ока появиться перед вами? Он уже находится внутри, и он всемогущий, как Друва Махарадж. Когда он был погружен в медитацию, на форму, четырехрукий образ Вишну, внезапно его медитация прервалась, и он увидел тот же образ непосредственно перед собой. Разве для Кришны это очень трудно? Он уже пребывает внутри вас. Если он выходит, аналогично, если Кришна находится в сердце каждого,
как и все девоки, то если он выходит и появляется перед девоки в той же четырехрукой форме, разве это трудно для него? Итак, люди не знают, поэтому Кришна говорит, вы должны понять, трансцендентное рождение, мои деяния, мое рождение. Поэтому Кунти Деви знает, что Кришна не рожденный, Кришна не рождается. Просто некоторым глупцам так кажется. Поэтому Кунти говорит, что Кришна родился. Но почему Кришна рождается? Это уже следующий вопрос. Ответ на него таков. Пунья шлока се. Те, кто очень благочестивы, обладают глубоким духовным пониманием, чтобы прославить их. Кришна приходит и становится сыном Деваки, чтобы прославить Деваки. Кришна становится сыном Яшоды, чтобы прославить свою преданную Яшоду. Подобно этому, Кришна явился в династии Махараджи Яду только ради того, чтобы прославить его. Он был великим преданным Кришны. И он родился в семье Махараджи Яду. Вся семья до сих пор знаменита. Ядова. Кришну зовут Ядова. Потому что он родился в семье Яду. И как же это так, что Кришна рождается, чтобы прославить семью? В точности, приводится пример, подобно Малая Сева Чанданам. Это дерево. Дерево может расти где угодно. Но сандаловое дерево, из-за того, что оно очень распространено в Малайзии, прежде они выращивали это дерево Чандана, как я вам уже говорил, потому что на него был хороший спрос, особенно в Индии. Сейчас они выращивают каучуковое дерево, потому что есть хороший спрос на резину. Кунти приводит этот очень хороший пример. Это дерево Чандана. Это определенный вид дерева. Оно может расти где угодно. Совсем не обязательно, что оно должно расти только в Малайзии или на горе Малая. Нет, такого закона нет. Оно может расти везде. Но поскольку это сандаловое дерево растет в большом количестве в этой части мира, то сандаловое дерево известно как Малая Чандана. Например, в ваших западных странах ароматическая вода, одеколон. Одеколон, кёльнская вода. Кёльн — это место, где во Франции. Ее производят там, поэтому она называется одеколон, кёльнская вода. Одеколон можно производить везде, но поскольку изначально его производили в этом городе, Кёльне, он известен как одеколон. Подобно этому, сандаловое дерево может расти везде, но поскольку изначально оно было распространено в Малае. Кунти возносит эту молитву 5000 лет назад. Это значит, что 5000 лет назад сандаловое дерево росло в Малайзии. Таким образом, это название Малайзии не ново. Оно было известно многие тысячи лет назад. И во всех этих местах была ведическая культура. Итак, она приводит пример, что Кришна не обязан рождаться в определенной семье или в определенной стране. Он не обязан это делать.
Но чтобы прославить определенную семью или некого человека за то, что он преданный, ради этого Господь рождается. Поэтому его рождение называется дивьем, трансцендентное. Он не обязан, но мы обязаны. В этом разница между нашим рождением и рождением Кришны. Мы вынуждены рождаться. Если благодаря нашей карме, нашим действиям, мы достойны родиться в хорошей семье, то мы получим рождение в хорошей семье или в человеческом обществе или в обществе полубогов. Но если мои действия низкого порядка, подобно действиям животных, тогда мне придется родиться в семье животного. Это сила. Мы создаем определенный вид тела в соответствии с нашей кармой. Эта человеческая форма жизни предназначена для Атхато Брахма Джигьяса, для понимания Всевышнего, абсолютной истины. Но если мы не делаем этого, если мы просто остаемся на уровне животного, то мы опять попадем в животную форму жизни. Злоупотребление возможностью. Поэтому это движение сознания Кришны пытается спасти людей от деградации в животной жизни. Спасибо вам большое.